Павших героев войны сегодня вспоминают по всей России. День неизвестного солдата отмечается ежегодно 3 декабря. Памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. В Старом Осколе вечный покой обрели свыше 6 тысяч красноармейцев, большинство безымянные.